человек старшего поколения. Ты почему на моем месте? Ни в коем случае. Даже пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил вообще перешагивать людей в мечети. И самое такое страшное, я вам хочу сказать, пророк сказал, если бы они это знали, что нельзя, то они бы это не делали. Это перешагивать перед молящимся. Вот это наш пророк сказал конкретно. Конкретно он сказал, перешагивать перед молящимся человеком. Поэтому, если вы видите, что человек молится, не перешагивайте его. Но вина стоит и перед молящимся. Если он встал в то место около дороги и не поставил перед собой что-то такое, то есть как бы какое-то или там даже ограждение. Мы можем сказать, он даже может поставить кепку, да? Вот, что объяснить, вот, кепку поставить, или лучше, по-моему, стульчик поставить, или какую-то вещь поставить. То вина, ну, сумку тоже можно, вина на нем тоже, потому что он не предупредил. Но больше вина перед тем, кто перешагивает.